Мне сейчас фраб со звуком идет, если что. Здорово. Как дела, парни? Алло, я слышно? Что вы делаете? Сбор. Че? Сбор в гараже. Слушай, а ты не мог рассказать, как вам вступить? На заявление, на там заявление написано все. Не, я заходил, у вас там сколько-то делов и куда мне написать? Что я не понял. Ага, сейчас посмотрю. Привет. Здорово. У нас похищение? Облава? А что? А, электронное заявление в Академии полевого офиса, это? Полевого? Джеймс. Угу, понял. У нас проверка. Какая проверка? Какая не проверка? Ты три раза уже сказал, три варианта сказал, и ни один из них неправильный. Может быть, ГРП? Нет. Тебе не вот какая разница? Тренировка будет у вас. А, ну ладно. А это хорошо, что я сватформу надел? Где этот Кузьмин, а? Он бесит меня. А он делал с... А чё, Эдварда на админку не взяли, что ли? Нет, не взяли. Мы предлагали МБ, но он не пошел. А, понимаю. Ну да, там сейчас хаутеров там берут по обижению 20 штук. И начнется мясо. Представляю, что будет.
А после одобрения там еще какой-то обзор нужно проходить? ФБР? Нет. Нет? Понятно. Кто зашел? ЛСПД девятка. Давай, рассказывай. Ага. Ошибся. А заявление на повышение сотрудника департамента юстиции это антиплата у вас? Да. А, все. Просто я. Я СМО. Притом. Че? Тренировка. Тренировка от ФБР. А тебе что-то не нравится? Крыс ФБР тренировки не проводит, по-моему. Кто сказал тебе такое? Ну он спроси у десятки. За месяц, который состоит в ПД и онлайне по 10 часов в день, я ни разу не видел тренировки, которую проводит ФБР. Для всех. Да. Класс. Объяснил как бы. Да, я... Careful, partner. Понимаю. Видите меня. Так. Линклайн. Линклайн. Севен. А у вас тоже мы не сомкнуты стоим? Да. Чего не скажете сомкнуться? Помнишь этот Данил, помнишь, Диме проводил для этого Денчика? Ага. Ну, короче, Варн или Морган дадут. Тазер пою. Да. Ну, этому как бы по РП не научишь, мне кажется. Или... Ну, да. Да, ну... Ну, вообще, типа, я посмотрю, почини, типа, если ты в упор стоишь, почему это в бою-то? Типа, вот я... Считаю, начну... Я считаю, в бою это когда в тебя стреляют. Тазер — это РП, говорю, то есть ты вот изерил, он танится. На 30, что ли, секунд. Ну, я понимаю, тазер работает. Ну, вот я максимум получал варн на 4-м ранге. Вот я он что. Я получал максимум за плеванием. Я просто первый раз подаю. А почему ЛСЖД? У нас не ЛСЖД? Ну, у них точнее. По-английски LS ШД. Вот так у вас. У вас просто написано, типа, Лос-Сантос СХ, типа, шериф читается как Ш, типа, шериф. Посмотри, в GTA 5 есть департамент шерифов, он так и называется, LSSD. Правильное произношение ЛСШД. Типа ЛСШД. Лос-Анджелес шериф департамент.
Варн приехали. Кто приехал? Таркан. Easy there. Hey. I could fight you for that. Ленин, двигайся. What's your hurry, boy? А кто такой Айка Эдисон? Лидер. Айк. А, можно сбегать, хп восстановить? Don't touch that bike, bitch. Что с чатом? А, там Мур что-то написал, наверное, не то. Бодров бабки переводи, 5 кк что-то. А, вас тоже кикнуло за подозрение в читерстве? Нет. А у вас тоже сейчас машина улетела? Нет. Наркотики не нужно употреблять, у тебя машина летать не будет. У меня ноль нарко. Ну, нарко до ноля, зависимость. Зависимости тоже нету, ни разу не было. Я в бандах не был. А вы уже уехали? Нет, мы наверху стоим. Подождать по-быстрому, сейчас я сбегаю, возьму форму. Так и будем ехать. Если кто-то уже хочет в гонки играть. Только шедевр, вторая тачка. Got a license to murder.
Don't make this a 998. What's the problem? Next time I'll charge you with assault. Стреляет. Don't try that again. Можете сказать, в каком вы квадрате? C20. Вот этого Дениса Ликвида нахуй зарежьте, блядь, задержите его, хуям. Он раньше 9 КБР был? В ОМС. Ой, куда стреляют, я не понимаю. Есть, затазерил дауна. Все, минус один. У нас челик, я что-то понимаю. Или мне показалось. Дэвид, я твоих скинул. Он нофнулся? А, нет, не нофнулся он. Все, строимся возле этого. Все, я одного веду. Тут бомж какой приехал на фильмопе. Только притон. А кого все стреляют? Да они бегут, я не понимаю. Давайте брещи это все сделаем нахуй и все, и разъедемся, чтоб нас не доимили тут. Вот я веду, помогите там это, затащите его машину. Где он, где он? Вот, я поймал квадро Роудблуа с Акацуки. А, квадро Роубл, это бывшая. Кстати, у них типа упал, у них такая группировка там из 10 человек. Вот, вот я веду Джеймс. Don't make this a 998. Накиньте ему розыск. За напади. Сейчас я ему накину, короче. Ну ай, все понял. А есть интересно, какой это вообще нарко продаешь на Underground Python? Например, кто-то продаст нарко, вам будет видно, что кто-то продает?
А? По БРам будет видно, если кто-то из БДшников продает нарков на какую-то? Что вы за это вяжете? Нет, смотри, смотри, вот он упал через забор и начал убегать от меня. Я... Он стрелял в тебя? Он, да, он стрелял, но у него... Не, я не фрапсил, смотри, он... Ну, если он кинет ЖБ, там видно то, что он задом был повернут ко мне. А если он задом был повернут, то я могу его тазерить. Нет, типа, то, что было то, что он стрелял в тебя. Нет, там не было. Нет. У меня нет. На нас напали. ЖБ на ЖБ, если он напишет, то и да, ты напишешь. Да, только ему варн дадут.